Вот смотрите, например, Египет на эти даты. 81 тысяча, пятерка, вообще идеальный вариант. У турагентов горячий аппарат, клиентов нет отбоя. За последние два дня в этом агентстве оформили не один десяток путевок по разным направлениям. Большим спросом среди нижнекамцев пользуются такие страны, как Египет, Турция, Доминикана. Не отказываются от туров по России. Не пугают людей то, что могут закрыть границы. В этих случаях у турагентств уже выработан план действий. Ну, по практике с прошлым и этим годом, да, если вы помните, в мае, в июне тоже такая ситуация была. Операторы оставляют эти деньги на депозите, либо предлагают равноценный продукт на другое число. Турагенты не скрывают, эти длительные выходные положительно сказались на их бизнесе. Если сравнивать с прошлыми годами, то такого ажиотажа в этот период времени не было. Из-за спроса выросли и цены на некоторые направления. Как такой порыв нижнекамцев скажется на эпид, обстановку неизвестно. Для того, чтобы уехать на отдых, нужно быть желательно привитым спутником. Остальные вакцины, спутник Лайт и Ковивак за границей не котируются. Туристу перед вылетом нужно будет в этом случае сдать ПЦР-тест. Но уже известно, что нижнекамцы активно бронируют туры на новогодние каникулы. Вера Муратова, Евгений Лызаев, Новости НТР.